Всем здорово! Сегодняшний видос будет про Зэктейн Рапир, или же на русском Капитана Рапира. Да-да, Капитана Рапира. Рапира Капитана. Фронтеймер, конечно, молодец. Вот так она выглядит. Она дает вам на 20% больше награды за удачу в бою. То есть, к примеру, с дракона, которого вы можете встретить вот в этом портале, то есть в аду. Выпадает не одно яйцо, как обычно, а сразу два яйца, которые стоят по одному миллиону, то есть 1 миллион 100 тысяч. Или их можно найти по 1 миллиону 200 тысяч, то есть вот, два яйца. Также этот капитанский рапир умножает процент на выпадение других предметов, то есть там слаймболы выпадают больше на 2, там же... Вот на пингирах там только процент выпадает больше, то есть процент выпадения у них больше будет, но 2 пингира вам не выпадет. Это вы должны знать. Так, ссылка на полную таблицу по процентам выпадения будет в описании. Вот, в принципе, надо вот... Это часть таблицы. Полная таблица будет в описании. Дамаг этого рапира базовый — это 30 урона, а критический — это 50. Вы можете купить этот рапир по 100 плюс миллиону или продать по 50-60 миллионов. Выше или ниже цену я не нашел. Выбить его можно вот с таких вот сундуков пиратских, то есть это как своеобразный кейс в CSGO, то есть вы получаете, к вам на остров приходит, вроде вот Дэйв зовут, если не ошибаюсь, вы им нажимаете помочь, вам необходимо, он выдает карту, вам плюс еще необходима лопата, вот, вот такая лопата, просто открываете карту на буковку Е, или же просто нажимаете на нее. И идете, смотрите, где вам выпало это место. Просто посмотрите на это место четко и копайтесь под себя. Просто кликайте. И с каким-то шансом вам выпадет сундук. Точнее, в каком-то месте вам выпадет сундук. Вы просто приходите, ставите его, зажимаете на буковку Е, и у вас прикручивается анимация сундуком. И вам выдает какой-то предмет. Эту анимацию вы можете посмотреть мне в прошлом видеоролике. Там я показывал, там я даже открыл 2 яйца дракона. Показывал, как убивается этот дракон, но тогда у меня еще не было этого капитанского рапира. И мне там выпало одно яйцо. Так что обязательно к просмотру, если хотите, посмотрите. И давайте же посмотрим, как я получил этот меч. Подожди. Пожалуйста, чел, пожалуйста. Больше? Уже... Блин, он отказался. Подожди, сейчас, я ему сейчас все дам, просто что у меня будет, все, что есть у меня. Вот это я тебе дам, вот это я тебе дам. Что еще могу тебе дать? Вот это я могу тебе дать. Могу тебе дать, где мои 4000? 4000 вот этого могу тебе дать, шестеренок могу тебе дать. 100 шестеренок могу тебе дать, вот так вот. В общем, маленькое предисловие. Еще примерно в пределах 20 минут я с ним мучаюсь. Потом я понимаю, что ему нужен был еще третий верстак. Я приношу ему этот третий верстак. Он хотел мне еще сказать, что он хочет какой-то упаковщик. Я ему принес упаковщик, но он не трейдабельный оказался. В общем, я ему дал верстак. Третий верстак. И там накидал по чуть-чуть вещей. И смотрим дальше, что было. Он пишет больше. Что больше? Вот тебе на, еще вот это. Держите 4 страницы этих. Я принял. Пожалуй. Я ему очень много всего дал. Прям вообще офигеть как много. Он принял! Он принял!
В общем, после этого он попросил меня еще золото, я ему его дал. Ну там чуть максимум было. И я пошел его тестить. Все, что я знал, я вам рассказал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Посмотрите мой прошлый видеоролик про открытие. Он получился очень хорошим. Дальше я старался над этим роликом, так что, пожалуйста, оцените его по достоинству. Я ведь не зря старался. Я рассказал вам всю информацию четко, буквально по ячейкам. Так что поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо, что смотрели, с вами был я, Фронтеймер. Будьте добрыми, не болейте. Всем пока.